Их пространство ограничено стенами гостиничного номера. Их время – один день раз в году. История любви длиной 25 лет и продолжительностью 25 суток. Меняется музыка и мода, место жительства, работа, взгляды на жизнь. Но продолжается медовый месяц. Там же, тогда же. Такой незатейливый сюжет спектакля «Там же, тогда же», поставленного Ульяновским драматическим театром имени Гончарова, о пьесе драматурга Бернарда Слейда. Предпремьерный показ премьеры следующего сезона состоится 25 июня. Роли исполняют актеры Николай Авдеев и Анна Дулебова. Каждый из нас ищет этого человека в своей жизни, которому бы он мог довериться на все 100% и рассказать о каких-то вещах, которые волнуют его и о которых он не может рассказать кому-то другому. Дела у моей любимой, а? Боже мой! Ты чего с собой наделал? Джордж, ты не видел старого друга целый год. Ну, неужели ты не хочешь его обнять, поцеловать? Конечно. С тобой все в порядке? В порядке? Ты как-то странно выглядишь. Да я в истерике. Они могут быть в чем-то нелепы, смешны. Мне кажется, что они по-своему трогательные и, не знаю, какие-то настоящие. Они друг перед другом, ну, как бы, открываются вот с самой человечной стороны, которая есть. Жорж, ты ужасный ретроград! Я целый час здесь распинаюсь, что и как я ценю эти человеческие достижения и ценности. А бюстгальтер, между прочим, это самое лучшее достижение человечества. Ты еще скажи, что голосовал за Голдвотера. Угадала. Да нет! Режиссером-постановщиком спектакля выступил директор театра, заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Никонорова. В выборе пьесы и подборе актерского состава она попала прямо в яблочко. Эту непростую историю любви актеры разбавили юмором. Ирина Антонова, Улправда ТВ.